сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, инсульты, инфаркты, атеросклероз – это заболевания, которые необходимо лечить и кардиологам, и невропатологам. Это, в общем-то, проблема, которая одинаково касается этих двух специальностей. Поэтому очень важно сделать, собирать такие конференции, обсуждать актуальные вопросы в разработке, профилактике этих заболеваний, лечении, разработки научных каких-то направлений исследований. И это уже мы проводим не первую конференцию. У нас по кардионеврологии конференция, которая объединяет и кардиологов, и невропатологов, это уже 4-я конференция. Были у нас в Одессе, в Севастополе, в Киеве. Опять вернулись мы в Киев. Будем обязательно ее продолжать, потому что на таких конференциях решаются вопросы, которые смежные. Они не попадают в поле зрения ни кардиологов, ни невропатологов. Такая полоса получается. А когда мы здесь собираемся, мы обсуждаем вот эту именно нейтральную зону, которая очень важна. Ну, здесь сегодня, кстати, очень много было кардиологов, ведущих кардиологов, с которыми мы давно сотрудничаем. Это и Пархоменко, и Черней, вот, невропатологи. Здесь мы обсудили, какие вопросы. Кардиоэмболического инсульта. Это инсульт, который связан с болезнями сердца, которые должны лечить и кардиологи, и невропатологи. Тактику лечения. Сейчас очень появилось много новых препаратов, которые практически врачи еще мало знают. Наша была задача как-то ввести их в курс, рассказать им схему лечения. В этом докладах мы не только докладываем, но у нас была живая дискуссия. Задавали практически врачи вопросы, то, что их интересует, чем они сталкиваются в практике. Это, мне кажется, очень важно. Мы планируем проводить эти, продолжать эти исследования, потому что это последние 10 лет. Весь мир, вот именно мозг и сердце изучают, потому что они очень взаимосвязаны как в норме, так и при различных формах патологии.